Фактически, выборочные полевые работы в Гомельской области начались в конце прошлой недели. В результате продолжительной жары часть посевов была повреждена. Именно эти культуры хозяйства стали убирать в первую очередь. Погода вообще внесла существенные коррективы в стратегию сбора урожая. Практически одновременно созрели несколько видов культур, в том числе рапс и некоторые злаковые. Необходимо собрать урожай в сжатые сроки и с минимальными потерями. Учитывая все особенности этого года, в облисполкоме разработали стратегию уборки урожая на 2021. На прошедшем в Рогачевском районе семинаре с участием руководителей районных управлений по сельскому хозяйству и продовольствию этой теме уделили особое внимание. Убрать, в первую очередь, повторяю, те участки, которые сегодня где-то подгорели, а где-то были более такие изреженные, а значит уже готовы к уборке и по влажности зерна. Но основная задача это еще сегодняшнего нашего мероприятия – это показать по самой стратегии подхода к уборке зерновых, в зависимости от погодных условий и то, что будет нас ожидать впереди. Тем более, что в этом году наложится и уборка рапса крестоцветных, и уборка зерновых. У нас необходимость будет даже переброски комбайна в другие регионы, там где нагрузка сегодня очень-очень большая. Если средняя 370-390, вот так где-то варьирует, то есть районы, которые просто нагрузка и за 500 гектар. Поэтому им придется помогать. В совхозе комбинате «Заря» Мозырьского района 14 комбайнов, и все они сейчас на полях. Рабочий день длится 12 часов, но при необходимости экипажи готовы работать и больше. Все понимают, что от объемов намолоченного будет зависеть не только их собственное благополучие, но и финансовое состояние всего хозяйства. При том, что урожай в этом году должен быть выше, чем в прошлом. Теперь необходимо собрать его в оптимальные сроки, для этого есть все возможности. Действительно, в этом году урожай ожидается немного лучше, чем прошлогодний. Пока предварительные участки первого молота показывают, что вот урожайность на этом урочище выше 40 центнеров с гектара, хотя прошлый год здесь показывал 34. То есть, соответственно, исходя из этого, я так предполагаю, что, скорее всего, урожай будет немножко лучше, чем прошлогодний. Топливо есть, механизаторы все сплоченные, люди, которые работают не первый год уже в нашем хозяйстве, и по расценкам, как бы, соответственно, доработали. Я думаю, что абсолютно за нашим коллективом проблем никаких не будет. Несмотря на то, что все комбайнеры в совхозе-комбинате «Заря» имеют значительный опыт работы, перед началом уборочной для них организовали дополнительное занятие. Основное внимание уделили охране труда, плюс вопросы обслуживания техники и стратегии уборки. Эти вопросы напрямую влияют на потери зерна. В «Заре» они, кстати, даже меньше европейского стандарта в 2%. Хотя позаботились не только о технике. В прошлом году в совхозе-комбинате открыли собственную столовую. Раньше обеды заказывали в других организациях, но при этом практически всегда были нарекания на качество. Теперь эта проблема решена. В прошлом году открылась собственная столовая. Механизаторы мы кормим уже из собственной столовой и из продукции собственного производства. Два раза у нас кормление механизатора. В среднем обед стоит около 10 рублей. Механизаторы высчитываются около 30%. В прошлом месяце средняя зарплата в совхозе-комбинате «Заря» составила 1500 рублей. У механизаторов, занятых на уборке урожая, она явно будет больше. За каждые 100 намолоченных тонн комбайнеры будут получать около 80 рублей, плюс премия за каждую тысячу. Если погода будет оставаться благоприятной, для уборки первые тысячники в хозяйстве должны быть уже в ближайшие дни. В колхозе 50 лет октября Речицкого района компания началась с уборки рапса. Культура требовательная к влаге и плодородию почвы, но ее значение трудно переоценить. Вместе с тем, погода в течение последних двух месяцев была непредсказуемой. Предварительные результаты показывают, что урожайность неравномерная. Однако серьезных проблем аграрии сегодня не видят. Планы по рапсу взять в этом году больше, чем у нас в прошлом году было валовый сбор зерна семян рапса. 560, по-моему, тонн, да. Но в этом году 600, на 670 тонн мы рассчитываем взять. Должны осилить, потому что мы переходим сейчас на более лучшие поля, и там, я считаю, урожайность где-то будет около 30 центнеров. Значит, вал будет больше. В этом году ситуация вообще уникальная. По словам работников кооператива, рапс никогда не созревал одновременно с озимой пшеницей. Но урожай частично пострадал от высоких температур. Засохшие почерневшие колосья хорошо видно на фоне обычных, однако прогнозы специалистов благоприятные. В хозяйстве к уборочной кампании основательно подготовились. Думаем зерновых получить, но загадывать наперед, конечно, это плохо, потому что все случается, так. Но намерение у нас более прошлого года –
И хочется, чтобы это было более порядка 1000 тонн. Между тем, зерно нового урожая уже начало поступать на приемные пункты. На Новобелецком комбинате хлебопродуктов первый грузовик встретили караваем. После обязательного контроля зерно поступит на хранение. В этом году Новобелецкий комбинат планирует принять 90 тысяч тонн. Это даже больше государственного заказа. Массовая поставка зерна не повлияет на как-то работу комбината. То есть примем все, что придет, и разместим. Алексей Сентюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, Евгений Макеенко. Новости недели.